Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой довольно интересный проект, как Network Up. В прошлой части мы вкратце узнали, что за компания сама, что она делает, представляет собой. 3 years ago, что выпускает. We began building. В данном обзоре более подробно поговорим о партнерах, о возможностях данной компании и о другом. Итак, в прошлой части мы уже посмотрели рынок, размеры рынка. Теперь какие проблемы можно решить с данным токеном? Что мешает виртуальной реальности стать мейнстримом таким большим потенциалом? Это отсутствие качественного содержания, ограниченное количество качественного контента в среде виртуальной реальности и нехватка продуманных инструментов дизайна. Также это вопросы записи, высокие стандарты и сложные условия для среднего пользователя с точки зрения создания контента и дорогая стоимость создания самого уже приложения. И это отсутствие вариантов монетизации. Такая возможность отсутствовать способов монетизации деятельности в рамках виртуальной реальности или для основных отраслей, для капитализации внутри самой уже отрасли. Какие решения предлагает нам данная компания? Социальная платформа виртуальной реальности с мощными инструментами создания и инфраструктуры для простого создания, обмена, использования и монетизации виртуальной реальности. Магазин приложений VR предоставляет возможность создавать приложения и испытывать их вместе с другими. Неограниченное количество уникального содержания. Пользователи на всех уровнях могут создать миры, приложения виртуальной реальности и монетизация и награды за само участие. На сайте опубликована команда, в которой мы можем перейти, посмотреть опыт работы, где они раньше работали, насколько они продвинуты. И также, что немаловажно, опубликованы сами партнеры. И довольно такие немаленькие, такие как Ferrum Network, Pulse, Verson Viv, Rio DeFi, Swap, Leprechaun. И какие уже на данный момент присутствуют инвесторы. Стартапы Studio, Leprechaun, Dots Capital, Swap, Verson и многие другие. Также в конце сайта мы можем найти все социальные сети, где мы можем задать свои вопросы, на которые мы обязательно получим все ответы. Переходите на сайт, ознакомьтесь, как по мне, довольно-таки интересная довольно компания, если особенно учесть, что на данный момент NFT используется спросом, то здесь будет глобальное развитие данного проекта. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.